Скорпион и Саб-Зиро, скорее всего, вернутся в Mortal Kombat 2. Но Смертельная битва 2021 года уже растратил свою самую захватывающую историю этих персонажей. Спустя 27 лет после выхода первого фильма Mortal Kombat, Скорпион и Саб-Зиро прошли путь от прославленного приспешника Шанг Цунга до присутствия на каждом постере перезагрузки Mortal Kombat 2021 года. Изменение, которое отражает, насколько важными стали эти два персонажа для франшизы. Однако Mortal Kombat не только не смог создать обещанный фильм о Скорпионе и Саб-Зиро, но и проигнорировал, пожалуй, лучшую историю этих двух персонажей из последних игр МК. Можно привести аргумент, что Ханзо Хасаши сменил Лю Канга в качестве главного героя игр и общего лица франшизы. Это изменение можно проиллюстрировать на примере различий между Mortal Kombat 1995 года и Mortal Kombat 2021 года. В первом случае в центре внимания был Лю Канг, а во втором — Скорпион. При этом роль Скорпиона была разочаровывающей. Предыстория Скорпиона и то, как именно Ханзо вернулся из мертвых, были одними из сюжетных моментов, которые Mortal Kombat 2021 решил пропустить. И фильм также проигнорировал важную часть личной мести Ханзо. В перезагруженной временной линии Mortal Kombat, той, что началась с МК-9, Би-Хан на самом деле не убивал семью Ханзо Хасаши. Хотя Скорпион считает, что его семью убил Саб-Зиро, позже выясняется, что жену и сына Ханзо убил Куан-Чи, выдававший себя за Би-Хана. Куан-Чи использовал ненависть Ханзо, чтобы манипулировать воином и превратить его в Скорпиона, а это значит, что месть Скорпиона против Саб-Зиро была основана на лжи. Это открытие добавило еще один слой в соперничество Скорпиона и Саб-Зиро и сделало их истории более трагичными. Однако в Mortal Kombat 2021 нет никаких указаний на то, что именно Куан-Чи убил семью Скорпиона. Би-Хан, чье превращение в Саб-Зиро в фильме также пропущено, вспоминает, как убил жену и сына Ханзо, и теперь он был готов сделать то же самое с семьей Коула Янга. В сиквеле 2021 года также нет упоминания о Куан-Чи, что еще больше подтверждает, что в этой вселенной именно Би-Хан убил жену и сына Скорпиона. Mortal Kombat 2021 многое позаимствовал из перезагруженной хронологии игр, и в него были внесены такие изменения, как появление Джакса и Милины до начала турнира. Однако, проигнорировав одно из самых важных изменений в перезагруженной хронологии, фильм упустил свой лучший шанс на объединение Скорпиона и Саб-Зиро в будущем. Для сравнения, фильм легенды Mortal Kombat Scorpion Revenge, было установлено, что именно Куан-Чи, выдававший себя за Би-Хана, убил семью Скорпиона, что позволило в сиквеле легенды Mortal Kombat Battle of the Helms, в котором была показана короткая совместная игра Скорпиона и Саб-Зиро. Смертельное соперничество между этими персонажами, скорее всего, продолжится и в фильме Mortal Kombat 2. Это связано с тем, что Скорпион может легко перемещаться между царством преисподней и царством Земли, а также с тем, что в сиквеле 2021 года было заявлено, что Би-Хан вернется в роли Нуб Сайбота. Тем не менее, добавление Куан-Чи в качестве третьей стороны сделало бы историю с участием Скорпиона и Саб-Зиро гораздо более захватывающей. В ней оба воина были бы неправы.